Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. МКД вынужден принять сложное решение. Он должен сделать выбор, оправдаться, заставив заговорить Семиха, который оказывается в его руках, или спасти Борджу, находясь в лапах Демирая. А план Демирая состоит в том, чтобы приблизиться МКД к Бордже и схватить их обоих одновременно. И теперь жизнь Борджи и МКД, которые терпеть друг друга не могут, тесно связаны друг с другом. У Каана день рождения. МКД, несмотря на всю грозящую опасность, желает быть рядом с сыном в этот праздник. Он потихоньку пробирается в их дом, а директор полиции просит Ягмур сообщить ему, если МКД придет, ради его же безопасности, иначе убьют. Так что же сделает Ягмур? Придаст ли она доверие МКД? А посмотреть четвертую серию турецкого сериала «Великолепная двойка» вы сможете уже 22 ноября. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!